Нашим тезкам рок-группе «День» из Сосногорска исполняется 5 лет. Кстати, мы в этом году тоже отметили 5-летний юбилей. Сейчас музыканты готовят к выходу свой первый альбом. В него войдут 14 лучших песен о любви, родине и о правде. На репетиции рокеров побывала Алена Каледина. Из Анапы на север на поиски талантов бессменный лидер и основатель «Дня» Александр Кувшинов отправился в 2006-м. Единомышленников нашел здесь, в Сосногорске. Основной костяк из трех музыкантов сформировался сразу. Два гитариста Евгений Шарах и Алексей Коковин быстро нашли общий язык. А вот поиски хорошего барабанщика и басиста слегка затянулись. Только год назад рок-группа обзавелась талантливыми музыкантами. Парни хоть и молодые, зато сильные духом, поделился Александр. Один раз. Сейчас в репертуаре рок-группы 20 готовых композиций, ожидают выхода в свет около сотни. Любая песня «Дня» — совместное творчество всех участников. Александр пишет текст, наигрывает мотив. Остальные поэтапно создают аранжировку, при этом каждый музыкант свою партию пишет самостоятельно. Над одной композицией кропят по несколько недель. Каждая нота должна быть отточена, каждое слово должно нести смысл, считает рокер. У каждого музыканта рок-группы своя специфика. Евгений Шарах и Алексей Коковин, например, оба гитаристы. Свои партии поделили на соло и главную. На концертах играют по очереди. В шутку называют себя гитарным тандемом. А так, в общем-то, играем потихоньку, да. Мы воюем. Воюем, в общем, с рутиной жизненной. Потому что, получается, вот как бы все люди живут, работают, в общем, что-то суетятся, что-то хотят от жизни. А чего они хотят, они как бы не знают. Вот надо им об этом говорить. Надо говорить людям, в общем, вы работаете, понятно, все это нужно, но не забывайте жить. Вот об этом мы говорим. У музыкантов достаточно напряженный график работы. Более 50 концертов в год посещает рок-группа. Поэтому самое главное – это сыгранность команды, считают в «Дне». На выступлениях случается всякое. Он играл у нас, и он загнал так ритм, что я и так на пределе там соляки все играл. Это «Одинаковый дождь» песня. А тут... Я слышу, что мы играем ее намного быстрее, и я всю песню стоял и думал, как же я буду играть соло. И в итоге, когда дошли до соло, я думаю, ну все, а там пассажи такие. Ну, в общем, сыграл, незнамо как. Сейчас переслушаю, думаю, ну даю, сам от себя обалдею. На следующей неделе рок-группа «День» проведет свой первый сольный концерт в Ухте. Так что всех поклонников творчества музыкантов приглашаем 20 ноября в Дом молодежи. Время встречи 17 часов. Стоимость билета 100 рублей. Алена Каледина, Олег Белькеев, «День», Ухта.